Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем пройти игру под названием The Adventures Pulse. Окей, мы остановились на том, что мы сыграли на арене, прошли один уровень. Или арена это была позапрошлой серии? Я уже не помню. Короче, мы отправляемся в Тривелл. Мы точно, я помню, киту отдали трусы мужика этого, старика. О, у тебя задание. А, ты же хочешь еще бесплатный бекон? А, потому что что должен и время пришло. Это бекон? Он бесплатный? А, две мои любимые вещи. И думаю. Синкс. Ну, скорее всего, вещи. Дай же мне быстрее, или дай мне подняться. Enjoy. И так, конечно, и спасибо снова, что помог мне. Я промазал Curly Tail, говоря, или история любви навсегда. Не бекон. Подожди, а чё он зеленый? Ну ладно. Я бекон. Нужно было тогда вещи тоже смотреть, которые я тогда получал перед этим. Сэй, это, Джо. Как думаешь, Kind. Дети. Лоу. Окей, это ключи. Фрикинг. А мне они что-то дадут. Этот бекон, но ты свинья. Ах, вайф, Брунхильда, она, так, она же не может. Ты, куки, ты готовящийся мальчик, Минт, Брунхильда, любовь бекона, она любит Энни, все, нормальные, короче, она... Ей нравится все, как и всем нормальным людям, людским женщинам. Но она... Ну, типа, это же... Я мужчина. Это не... Она... Так. Типа, это не... Она свинья. Я думаю, я должен пойти ниже. Ничего не понял, ну ладно. Подожди, а что это за значок с прицелом? А, подожди, я баф критаж получил. А я думал, это я умею криты делать. Подожди, так бафы остаются. Опа, а вот это новость. Значит, я могу драться с боссами. С бафом. Имею баф. No bad. Погнали в пиратскую херовинку эту. Так. My Flash Mortal. My редчайшее что-то там. Flash. Что такое Flash? Скорость, по идее. Быстрые мои, как люди, again, снова. Дать бекон, да. О, ой, мой! Я выгляжу... Amazing. Типа, великолепно? Я... Красивый. Теперь я... Могу... Агент. Теперь ты свободный. Или бесплатный. Pass you ugly meat bed. Bag. Что-то мясной. Мешок. Я могу идти танцевать. Танцевать всегда. Так, здесь есть оружейный склад, но это... А, это я понял, это дуэльное. Ну, давайте попробуем, типа... Посмотрим, что с этого выйдет. Так, снова опять у нас этих. Давайте с
слабый возьмем сразу. Хотя у меня есть... А, вот этого я враги еще не видел. Ну, я понял. Дайте мне лучше бафы. А, вот оно. А, он типа на расстоянии 5 метров, как я понимаю, когда я атакую. Он притягивается. Так, ну я думаю, еще рано. О, слушайте, так, а у них теперь атака ускоренная? А зачем мне песок? Я все еще собираю песок? Серьезно? Это безумие. И почему именно в сундуке мне выпал песок? Ну слушайте, это какие-то улучшенности сонды. То, что они сразу... А, подожди. Фу, ладно, у меня только одну хилку использовали. Я уже запереживался. А пилы всех порезали. Пилы всех порезали. Так, и остается финальная. Ну, у меня, думаю, хила хватит, если что, еще закуплю. Да-да-да-да. Да, я все вижу. Я притягиваюсь к ним. На расстоянии 5 я притягиваюсь. Я понял, как это работает. Но видите, он только притягивается к определенным. О, новые бомбы липкие. Даже у меня есть автохил. А, я получил стикер. О, такая же картинка есть. Подожди, это аж эмблема какой-то игры. Ну, не игры, а... Это эмблема... Ой, компании. Короче, я тут посмотрел внимательно. Первая вот эта нижняя, где танк, да, будем от танка смотреть, это компания игры. Мужик длинный слева, это про девочку и парня, которые пытаются что выбраться с какого-то стрёмного места, там, типа, мужик такой страшный, как Бугимен. Дальше жучок из, как он называется? Вы... Поняли, я играл, я проходил эту игру про жучка, где там тоже боссы. Hollow Knight. Дальше рядом это Burrito Man. Или что-то типа того, если не ошибаюсь. Ниже про мальчика синего, такой он еще с шарфиком бегает. Еще ниже я не знаю, посередине я тоже не знаю. Теперь второй лист. Я без понятия, там где звездочки типа сорта. Самый нижний, левый, это из Binding of Isaac, как я пойму, персонаж с ножом. Остальных я тоже не могу узнать по эмблеме. Но будем покупать стикеры и смотреть, что да как. Танцующий. Друг.
То есть я просто прохожу арены, и я прохожу на следующей арене. Понятно. Тики-тики-тикап. Так, мне нужен котик. Прикольно. Ладно, сейчас сделаем по-другому. Ну, блин, давайте как-то я котика сфоткаю. Нужно вот ниже спуститься, вот так где-то, да. Котофей. Котофейка. Так, я пока что сюда сразу схожу. Ладно, заберу опыт и... Ладно, давайте сюда сразу посмотрю, что здесь. Так, я с котиком сразу побегу. Здесь, да, мне проход открыли. Мы идем за кексиком. Я иду за кексиком. Более чем. А мне все равно. Или мне котик не нужен? Мне котик нет, тут не нужен был. Ну ладно. Все равно пироженку заберу. Тестим. Пойди тести это пироженка. Хотя и кекс, и пирожное. Пойди пирожное, оно переводится. Если правильно брать. Ну слушайте, ну опыта, блин, в какой-то степени очень мало дается, и в какой-то степени нормально. А, ладно, я туда все равно не долечу. Понятно, почему это называется пещера котов. Что-то новенькое. Монетки мы будем по-любому собирать, потому что монеты это для нас ценные вещи. То есть ты... Ну смотри, на этих можно просто... Давайте лучше наверх. А не можно. Все-таки можно. Я почему-то подумал, что нельзя. Оказывается, можно наверх ехать. Хотя я тут тоже наверх поднимаюсь. Котик. Пироженка. Отправляемся далее. Вниз, вперед. Черепашка. Чертовы пауки. И главное, что я попадаюсь прямо на пауков. Ну хоть один умер. Почему я прямо на паука прыгаю? Иди отсюда. Нет, все-таки падают и обычные эти сундуковые из черепах. Просто минус две хилки. Просто минус две хилки. Не одна в другую тогда сторону. В другой стороне стикера. Ауч. Или нет? Нет, там нету никаких стикеров.
Блин, это плохо. То, что у меня хила теперь не хватает. Пауки жесткие. Ну, по сложности, именно по врагам. Жук находится на втором месте. Не, на арене эти были пожестче. Я, конечно, могу ошибаться. На арене они быстрее атаковали. Ну, давайте откроем. В смысле? То есть максимальное количество... Я понял. То есть это защита от одной атаки. Я понял, это временное. Вилсон. Посмотри, Sparkles Just должно быть... Или должно поднять... Это Тики-Кит. Тики-Кити. Спити. Сном. Рабы. Этот... Так, вы во сне. Мечты. Возвращаются. Они пытаются что-то сохранить. Я не понимаю мир. Не... Ладно. Давай попробуем лицо... Пранка. Ну да, он типа хилит на расстояние. Хил на расстоянии — это плохо. А, нет, он все... Он просто притягивается ко всем сразу. А вот что это было за задание короля. G. Good like. А, подожди, я и забыл про кексы. Ладно, пронесло. То и деревянки тоже здесь есть. Котенок, ложись. И стикеры как раз нашел. Найс. Асан. Так, да. Сначала нужно избавиться от тех, кто мне может помешать. Пауки... На пауку вообще... Он просто комбо сделал. На мне. Чизет. Хорошо спрятан шип. Начинается. Иди в попу. До тех я не достану. Мне главное не погибнуть, хотя ладно. Пронесло. Монетки не так важно, у меня почти 1000. Да, хорошо, я вижу, где конец уровня. Ну да, типа я щит намного быстрее ломаю. Ау, а вот это вот плохо.
что я типа притягиваюсь, но в тот же момент это меня может и убить. Ну, хотя он мне не нанес вообще урона. Странно, ладно. Данс. Он еще плюс закручивается, когда я хватаюсь. И, типа, благодаря этому я урон не получаю. Я правильно понимаю ведь? Готово. А вот я замечу, что я не нашел кексик. Я кексик еще не нашел. А, вижу кексик. Класс. No bad. Черепашонок, убегай. Тебя может выпасть много монет. Так, это плохо. Раз. Два. А где на следующем уровне я отнеселывал? И следующий как раз последний до... получение рубина. Да, видите, им тоже можно на голову прыгать, да и все. Фу, я думал, я умер. Кабум, короче, радиус бомб увеличен. Лен, тейк. Лучше камешек, типа, в магазинах дешевле предметы. А, камень просто выпуливается. Давай вниз. А смотрите, а камень сам типа атакует их. А ну-ка, камень. Да, камень их сам атакует. Это неплохо. Я в опасное место залез. Зачем я сюда вообще залез? Ну ладно. All right, мы все собрали, в принципе. Ого, у меня уже опыта много. До следующего поднятия. Плюс еще один кристалл. Alright. Так, давайте смотреть, что теперь. Кошак, арена и что-то новенькое. Мне через остров, да, нужно переехать? А нет, в порту. Хоу!
У тебя шапка появилась. О, классная шляпа. Где ты ее взял? О, отлично, мир. И новый, я иду. Everyone style по новой моде. Там один краб дал мне ее. Отличный парень. Но он going идет. Balls шар. Ах, Samsung иногда думаешь о больших городах, наверное. Нереальное все это. Эти рассказы о победителе спрединг и дает мне, короче, надежду. Наверное, я мой пиратский куин, королева, и она ушла навсегда. Но приключения сохраняют море. И, наверное, когда-то forever, навсегда и никогда. И апарт не вернется в апарты. В здание апарта. О, это что-то палка. Какая-то шани-пиратка. Ладненько. А крабик, о котором мне говорят, находится у нас немножко дальше. Внизу здесь. Крабик. Тут у нас крабик был с шапкой. Но я больше хилы не собираюсь брать. Ну вот этот вот крабик. А можешь мне шапку тоже одеть? Давайте попробуем. Нет, он не воспринимает нас, и вообще ничего не происходит. Ну ладненько, тогда побежали. Хил... О, точно, нужно будет зайти сейчас на другой остров и закупить хил на следующую серию. Почему я сразу с тобой не мог поварить? Ты видишь последние бульбушки Soul You, которые от тебя? Они актуальные шарики. И ты тоже видишь от меня. Я должна что-то, бандиты, как-то зелье недели назад. Они не вернули, я могу не вайн коллекшн. My only for me, but one before me. Я не знаю, что я смогу сделать, но я смогу сделать, что я смогу. Помоги мне вернуть столешницу, стол какой-то, бир, пиво или медведь. И я... Вин. Выполню. Выполню, да, это выполнять. Выполню твою. Ладно. Она в нашу пати пошла, и мы должны бутылки найти. Новая шляпа? О, эй! Это ваш маленький партнер. Это ж маленький партнер. Я выгляжу великолепно, Тейкинг, скажи в танцинг. Так, это фильм или эти кадры. А, нет, да, правильно. Эти фильмы. Эти куски фильма про солнце. Просто приключения Веста. Типа Дикого Запада. У него каждый раз что ли будут новые шляпки?
О, да, это был Фангл Крейв. Ну, давайте Фангл Крейв мы отправимся в следующей серии, ребят, потом. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем... Ну, давайте я сейчас одну вещь сделаю. Сейчас. Можешь как-то подняться? Ладно. Сейчас мы с ней где-то встанем, я... Надоел! У него постоянно новые шляпы. Посадил девушку на бутылку. Давайте снова поговорим. Выглядит классно, но они не помогут Филу скрыть атаку фамильяров. Might warn first best level. Не знаю. Ну, я как понимаю, пацаны меняют шляпу. Ладно, давайте на этом заканчиваю. Поэтому всем спасибо за просмотр, как я и говорил, и всем пока.